Смерть наступила в результате механической асфиксии. Обычное самоубийство. Самоубийство обычное. Место необычное. Эксперты сказали, что на замке в квартире у Никаноровой следы взлома. Ух ты! Ты смерть манекенщицы расследуешь? Написанные книжки «Погибшие» пол Москвы. Там от писателей до дипломатов. Не существуют эти игры комитетские. Что-то нельзя. Ну, успокойся, уголовный розыск. Фарцы о папике разные. Товарищи понты, производится осмотр холодильника. Диссидент, шпион. Слушай, Зуев, а за нами слежка. Замолчался в родном городе, что ли? Ты! У тебя проблемы. В твоей ситуации доверять нельзя никому. Понятно, слить решили. Вы сами или вы? Не зли меня. Грузовик не случайно въехал в машину майора, его убить хотели. Ты не понимаешь, с кем ты связался. Дорогу! Мне нельзя пугать, я сразу зверею. Сергей Безруков в многосерийном фильме Валерия Тодоровского «Бизон. Дело манекенщицы». Премьера с 9 октября на Первом.